И в продолжении темы образования, но уже международного, обмен опытом между норвежскими и российскими студентами, а также создание умных городов на границе двух стран, обсудили представители России и Норвегии. Встреча прошла в Одинцовском кампусе МГИМО. На международную конференцию приехали представители власти, ученые, эксперты в области государственного управления и бизнесмены. Обсудить тему развития северной территории пришли также студенты, магистры и преподаватели Одинцовского филиала МГИМО. Мы рассматриваем вопросы создания Smart Society, то есть умных обществ, умных сообществ, умных городов и поселений в разных условиях. Ну, для России это важно, допустим, районы Арктики, Крайнего Севера, Дальнего Востока. Для Норвегии эти районы также важны. Российско-норвежские отношения в Одинцовском округе поддерживаются уже более 14 лет. Университет МГИМО и Норвежский университет Норд давно и успешно сотрудничают. Для студентов работают программы обмена опытом, проводятся совместные научные исследования, реализуются магистерские программы. We have no ideas. Мы совместно работаем уже на протяжении 10 лет, и у нас нет ни малейшего намерения прекращать это сотрудничество. Наоборот, мы планируем только развиваться дальше. Например, сейчас ведутся переговоры с китайской стороной о совместных проектах. Возможно, в следующем году появится новая программа магистратуры, проводимая между Шанхайским университетом МГИМО и университетом Норд. По итогам конференции участники сформировали план совместных действий для внедрения инноваций по развитию экономики и образования в регионах.